по маршруту Москва, Кемерово, третья серия. Проезжаем город Гороховец. Город Гороховец, Нижегородская область. Первый день постепенно подходит к концу. Это реклама на 15-м канале. Проехали Гороховец. Впереди мост через реку Клязьма. И на маршруте Мечково. Солнце в спину, видимость великолепная. Полотно дороги сухое, двигаться вполне комфортно. За Мечково населенный пункт. Впереди город. Ограничение 60. Чичерево. Проезжаем Чичерево. Хотел бы заметить, что стоянки очень дорогие здесь, в Нижегородской области. С маленького автомобиля 100 рублей за ночь. В большинстве случаев о том, чтобы получить какую-то квитанцию, речь даже не идет. Ну, из-за высокой стоимости стоянок многие большие грузы, фуры просто останавливаются на обочине. Ограничение 60.
Ударить спину. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди по ходу населенный пункт Золина. С левой стороны будет и Новосмоленский. Напомню, что трасса М7. Приближаемся к Нижнему Новгороду. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. С правой стороны по ходу Смолина. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Шестьдесят четыре человека погибло в Кемерово. Кошмар. С левой по ходу река Юра или Юра, с правой стороны река Арище. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Слева далеко озеро Пырское, населенный пункт Пыра. Прямо по ходу будет правый поворот на город Дзержинск. Впереди
ситуация, в частности, столичный регион, все нужно делать большой обзор, сейчас начался выпускник, наверное, скользко, водители до сих пор просят быть внимательными. Утром закрытый комбинат, мы были с один, лига северный, 3-6 метров секунды, атмосферный комбинат, 700 килограмм, для прокатывания страна. Завтра в регионе желаю смешанной запаски, на 8 месяцев, но категория, правда, все мультик отличается. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ведущий далеко сзади, он заезжал во Владимир по делам. Договорились встретиться под Нижним. Темнеет потихоньку, начинает смеркаться. В планах было заночевать перед Нижним Новгородом. Благо стоянок достаточно. Но как получилось на самом деле, увидите. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Только что проехали поворот на город Дзержинский. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Так, с левой стороны Гнилицкие дворики, населенный пункт.
Далеко с левой стороны населенный пункт Березовая пойма. Приблизились, подъехал к повороту на объездную дорогу Нижнего Новгорода. Огромная стоянка. Написано 24 часа. Подъехал к стоянке. На трассе, повторю, перед поворотом на объездную дорогу. Реклама раздражает. Ну вот, стоянка, подъехал, жду ведущего. Ну вот, созвонился по телефону, объяснил, где я нахожусь. Решил немножко поменять место, чтобы меня с дороги можно было увидеть. Вот подъехал ведущий. И сейчас поедем на стоянку. Ехать уже дальше темно,
Принимаем решение заночевать вот на этой стоянке. Заехали на стоянку, и тут нам заявляют, что эта стоянка только для грузовых автомобилей. Короче, ну, нас не покидаем пустили. Негостеприимное место. Очень не хотелось ехать в ночь. Куда? Туда? Дальше поехали на объездную. Первое попавшееся место. На Казань. Пошли они в шопу. Слышали, наверное. Да. Вот такая вот негостеприимная Нижегородская область. Поэтому, отправляясь в поездку, имейте в виду, что попадаются вот такие стоянки, где маленькие автомобили не пускают. Движение по объездной Нижнего Новгорода. В маршруте Москва-Красноярск проедем через город. Объездная дорога Нижнего Новгорода. Направление на Казань. В темноте проедем по мосту через реку Ака. Что же у нас происходит? Это не боевые действия. Они будут разметать. Неожиданно. Кто же пришел приходить? Мы говорим о демографии. Теряем все в полной.
чем речь? Последствия какие? Президент потребовал главы Следственного комитета дать правовую оценку действиям гражданских лиц, которые допустили это. Ты говоришь, что вы что-то говоришь, а когда говорю, там количество погибших детей, хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу. Но государство потребовало, чтобы виновные справку ни такую не получить из денег. Деньги заплатил, все что бы не подпишешь. Вот в чем беда. Ведь не плевать хотели на безопасность на денег. Вот из-за чего все происходит. Максим Якутин прибыл в Кемерово сегодня утром. Президент посетил площадь перед торгово-развлекательным центром «Зимние вишни», где погибли 64 человека и возложил цветы в память о жертвам пожара. Будет рос, государство принес к стихийному мемориалу фасады, когда люди принес цветы, на их игрушки, фотографии, капюшон. Также Вадим Якутин смотрел сгоревшее здание вместе с полномочным представителем Сибирской Федерации, который всякие не было. В Кузбассе сегодня начался трехдневный траур. Расписаны флаги, отменены развлекательные мероприятия. Вместе с Кузбассом траур отменили их прямое. По числу жертв 64 человека. Этот пожар стал одним из четырех крупнейших в России за 100 лет. Разгорание четырех граждан такого центра и зимние вишни в Кемерово произошло в воскресенье. Уже сутки спасатели круглосуточно разбирают завалы. Основные работы планируют завершить сегодня. В больницах находится пострадавший от угарного газа и ожогов, их состояние постепенно улучшается. Подробнее ситуация в Кемерово расскажут мои коллеги в Большом выпуске «Вести» и «Вести». Пенсионеры старше 70 лет и неработающие инвалиды могут получить льготы на оплату капитального ремонта соответствующих законодательств и повышать. Ну вот выбрали место для ночевки. Откровенно говоря, сейчас даже не могу вспомнить, как ночь прошла. Вспомнил. Стоимость 100 рублей, это возле, ну, во дворе охраняемая стоянка, вполне нормальное, комфортное условие, то есть, забив координаты, можете смело, без опаски остановиться на привал. Заканчивается первый день маршрута Москва-Кемерово. Привал на объездной дороге Нижнего Новгорода. Мотель тут есть, и гостиница, и буфет, и баня, сауна. Ну, все, что нужно. До следующей серии.